Друзья мои, всем привет! Сейчас посмотрим комплект миниатюрного танкового боя. Ну, по традиции расскажу, за сколько купил, и посмотрим комплектацию. Купил я его за 1500 рублей. Ссылка на магазин будет в описании. Но вот сейчас посмотрел, немножко подорожало. То есть на данный момент стоит 1700 рублей. Теперь то, что идет в комплекте. Значит, все вот было в такой коробочке маленькой. В общем-то, и сами танки маленькие. В комплекте их идет две штуки. Значит, у меня в комплекте попались Sherman М4, американский танк, и первый Тигр, немецкий танк. Но, значит, бывают комплекты, в которых идут Т-34 и немецкая Пантера. Также в комплекте идет два пульта управления для каждого танка. Набор декораций. Ну, вот он не такой богатый, вот есть противотанковые ежи. Потом идут два деревца и флажки, подставки для флажков, тоже в количестве двух штук. Идет инструкция на русском языке, рекомендую почитать. Тут вот рассказывается о том, как управлять танками. На самом деле не сложно, но для ознакомления рекомендую прочитать. О том, какие батарейки вставлять. То есть для каждого пульта управления потребуется по 4 батарейки. Размера 2, в комплекте они не идут, их придется докупать. Ну и говорится о том, как заряжать. Об этом сейчас чуть еще поговорим, чуть позже. И также в комплекте, тут еще инструкция на английском языке, карта, которую можно развернуть и использовать как поле для игры на этих танках. Теперь немножко о технических характеристиках. Значит, как я уже сказал, для пульта управления потребуется 4 батарейки. После того, как вставите в пульт управления, сможете заряжать танк. Значит, для этого вот нажимаете кнопку, открывается крышка, и вы видите штекер. То есть для того, чтобы зарядить танк, танк нужно выключить и вставить штекер. Можете видеть, загорелся зеленый диодик, говорит о том, что идет зарядка. Как только диодик погаснет, это будет сигнализировать о том, что танк зарядился. Зарядка идет порядка 5 минут. Ну, время использования, я думаю, минут 10-15 танки будут кататься. После того, как зарядили, отключаете штекер, убираете его обратно, закрываете крышку, включаете танк. И, в общем-то, он готов к бою. Для этого вот есть клавиши управления. Нажимая на них, танк будет ездить. Танк достаточно шустрый. Даже будет проходимость у него тоже приличная. То есть препятствия, соответствующие своему размеру, он тоже будет легко преодолевать. Ну, вам, конечно, придется чуть-чуть потренироваться для того, чтобы точно управлять им. Потому что движение по прямой осуществляется вот нажатием двух клавиш. То есть для этого надо, конечно, потренироваться, чтобы все это синхронно получалось. Каждый танк работает на своей частоте, то есть частоты не пересекаются. В принципе, допустима игра на 4 танках одновременно, и у каждого танка своя частота запрограммированная, которую вот на пульте управления можно переключать вот этой клавишей. То есть вторая, третья и четвертая. То есть на 4 танках можно сразу играть. Еще один важный момент, на который хотелось бы обратить внимание. Значит, управление танками происходит не по радиоканалу, а за счет инфракрасных лучей. То есть для того, чтобы танком управлять, он всегда должен быть в прямой видимости пульта управления. То есть, если будет какое-то препятствие, то танк работать не будет. Вот сейчас я покажу вам. Теперь непосредственно о том, как происходит сам танковый бой. То есть, для выстрела надо нажать клавишу на пульте управления. Происходит выстрел. И вот видите, Тигр попал в Шерман. Шерман сделал один разворот вокруг своей оси и начал мигать красный диод. Это говорит о том, что одно попадание есть. Если вы еще попадаете, опять разворот, диод стал чаще моргать, это два попадания. И если вы попадаете еще раз, танк делает разворот и диод гаснет. То есть танк подбит. Для того, чтобы снова его активизировать, вам
потребуется включить, точнее выключить и включить снова. Вот видите, диодик загорелся, то есть танк снова готов к бою. По поводу правил, это вы уже можете почитать инструкцию, взять, там есть примеры о том, как, какие варианты боев есть. Ну, либо сами придумать, создать какие-то декорации и участвовать в танковых баталиях. На этом я хочу с вами попрощаться. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. До новых встреч, увидимся.